Если у вас возникло желание приготовить плов, то присмотритесь к рецепту, в котором он готовится из свинины в домашних условиях и получается вкусным, питательным и сочным, пальчики оближешь. Плов – прекрасное и очень сытное блюдо, с его приготовлением, конечно, придется повозиться, но результат того стоит, особенно если это домашний плов со свининой. В этом рецепте используется достаточно много морковки и добавляется лимон, но именно благодаря такому сочетанию сладкого и кислого со свининой получается такое удивительно ароматное и вкусное блюдо. Смотрите, как приготовить домашний плов со свининой. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. 1. Перед тем, как приготовить домашний плов со свининой, необходимо правильно обработать мясо. Помойте свинину, срежьте все хрящики, пленки, оставьте немного жирка. 2. Разогрейте в казанке, чугунке, постное масло, выложите на дно кусочки свинины, на быстром огне обжарьте до полуготовности, постоянно перемешивайте. 3. Очищенную, помытую морковь нарежьте крупной соломкой, выложите ее в казанок к мясу, почистите и нарежьте лук, переложите его к мясу и морковке, жарьте до полуготовности. 4. Порежьте колечко лимона, вместе с цедрой, на мелкие кусочки, добавьте кусочки лимона в кастрюлю, насыпьте специи для плова, положите зубчики чеснока в кожуре, предварительно помыв их, посолите. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. 5. Предварительно промытый рис выложите в казан и все перемешайте, залейте кипяченой горячей водой, так, чтобы она была выше риса на пару сантиметров, сделайте огонь минимальным и оставьте плов томиться, больше его не перемешивайте, когда выпарится большая часть воды, а рис будет почти готов, необходимо снять с огня, затем плов накройте крышкой, хорошо укутайте и оставьте на час. 6. Плов готов, аккуратно достаньте из него чеснок, перед подачей перемешайте лопаткой, пробуйте, приятного аппетита! Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Теперь о составе нашего блюда. Свинина 500 грамм, пропаренный рис 300 грамм, морковь 2 штуки, лук репчатый 1 штука, чеснок 4 зубчика, приправа для плова по вкусу, масло растительное по вкусу, соль по вкусу, лимон по вкусу, количество порций 5-6. Палец вверх или вниз. Комментируйте, подписывайте. Всем Марии удачи и дачи у Марии. Увидимся.